с национальным парком Кибина, мы проведем очень такие плотные консультации и по судьбе Селезенского заказника. И тогда было уже принято решение, причем это решение такое протокольное было, то, что рассмотреть возможность решения Селезенского заказника до границ, как минимум до границ водосбора, то, что предлагалось тогда в рамках национального парка Хибина. Ну, уже Хибин сейчас проходит уже последнюю стадию, мы ожидаем, мы очень уверены, что до конца года будет восстановление основания. Но при этом по Селезенскому участку никаких движений не было вообще никаких. Я скажу даже так, что даже были попытки подготовить некое обоснование научно-экспертное на то, чтобы эти границы еще больше сократить. Я не буду утверждать, что это так, но во всяком случае у меня в этом была уверенность, что во всяком случае проводились работы, где вот таким подтекстом это сказывалось. Ну, сейчас у нас прошло смену, вы знаете, что новый министр у нас в этих ресурсах, может быть. Вот. Пришла другая команда, когда мы снова обращались уже к новой команде, тем людям, которые сейчас занимают эти пункты, собственно говоря, коллеги. А вот что мы посетили? Ну, мы получили такой ответ, собственно говоря, как бы это было предыдущим министром. Собственно говоря, как бы новое министерство, за слова предыдущего министерства, за слова предыдущего губернатора, за губернатора предыдущего, оно не отвечает. То есть у нас такой преемственности не очень наблюдается у властей. Тем не менее, была встреча у меня, я встречался с замгубернатором Кулевичем Корой, обсуждали вот этому вопросу, с его точки зрения, во всяком случае, замгубернатора, который курирует вопрос и деятельности министерства, и вообще сохраняемый на территории целом. Он сказал, что когда этот вопрос нужно обсуждать, и губернатор, как с его точки зрения, готов обсуждать, вполне возможно, что даже такой вариант, что если мы вернемся к идее включения участка национального состава национального парка, как следующий шаг развития самого национального парка, то с его точки зрения, ну, протестов, препятствий со стороны правительства Мурманской области быть не должно. Ну, чтобы этому как-то какое-то движение, чтобы как-то диалог, прежде всего, мы, конечно, хотели обсудить с вами, возможно, какие-то пути, как можно дальше построить разговор. Варианты возможны, мы не хотим там предлагать какое-то готовое решение, нам нужно, прежде всего, понимать, чего ожидаете вы, на что, на какую поддержку мы можем рассчитывать. Возможно ли этот национальный парк, часть национального парка, возможно, это все-таки заказник, который как-то со сменой границ, возможно, оставить статус-кво, все как есть, возможно, ну, любые решения, ну, прежде всего, конечно, мы не можем ничего начинать делать, не знаю вашего мнения, вы сейчас знаете, что это очень достаточно неоднозначное решение по некому национальному парку, которые дали в Востоке создавались, даже у нас Танежское поморье, которые создавались без учета интересного местного населения, потом какие там были. И конфликты, конечно, мы максимально хотим на нашей работе, чтобы избежать возможного повторения нашего негативного опыта. Вот это что, что я хотел сказать, как бы вводное слово, сейчас наверное, я Виктору Николаевичу, перед вам слово освежит мысли, какие у нас были раньше идеи по этому вопросу. Еще раз спасибо. Олег, я представлюсь, я Петров Виктор. К сожалению, в данной ситуации я един в двух лицах. Вот, то есть я представляю, и здесь я буду представлять только общественную организацию Кольский центр охраны дикой природы, руководителем которой я являюсь, и который являлся одним из разработчиков национального парка Кибина. В то же время я являюсь заместителем директора дирекции особо охраняемых природных территорий, но сейчас я от имени от этого официального имени не говорю. Я сейчас представляю только общественную организацию. Соответственно, Олег рассказал про те вехи, которые привели нас к сегодняшней встрече. Еще раз, мы очень хотим услышать именно ваше мнение, вашу позицию, ваше желание. То есть мы не хотим сейчас ничего навязывать. Более того, ситуация достаточно сложная. Сами мы каких-то решений не имеем. То есть мы имеем, возможно, некоторые предпочтения, которые нам кажутся природоохранными, нашей организации и Всемирного фонда
Вот можно оставить тоже заказами в нынешней границе. Вот, собственно говоря, заказник Сидьян. Заказник существует достаточно давно. Проблемы заказника, большинство раз вы сюда пришли, наверняка всем известны. То есть режим, пункты режима, противоречащие сами себе в отношении доступа. Пункты режима, к сожалению, недостаточно хорошо прописаны ограничения хозяйственной деятельности на территории заказника, которые позволяют осуществлять некоторые природоразрушающие виды деятельности. Вот. В частности, самые ближайшие поверхности, это то, что разведка и добыча полезных ископаемых запрещена, поиск не запрещен. И в настоящий момент этим пользуются, к сожалению, в России. Вот. Значит, не ограничены аренды лесные на территории заказа. Это ведет к тому, что, в принципе, какие-либо виды аренды его могут взять. Единственная аренда, которая оформлена сейчас на территории заказника, это научная аренда. Ну, то есть не аренда, а долгосрочное использование научных целей всей территории заказника, но она предупреждает только эти же аренды. Уже были попытки, история на настоящий момент не закончена, взять, как мы предполагаем, таким образом, к сожалению, заказник, режим заказника далек от оптимального, и тут я могу смело сказать, что свою двойственность, то, что я един в двух лицах, и Министерство природных ресурсов, ну, в целом, считает, что этот режим не оптимален. Ну и как, я думаю, и вы все, ну и как и общественная природа, охранная организация считает, что этот режим не оптимален. Вторая проблема – это граница заказника. Он не доходит до разбора и, соответственно, например, открытые горные разработки, которые предполагаются вот здесь, вот, которые предполагаются, обсуждаются, ну, правда, на очень отдаленной перспективе, но это перспективы 50 лет. Это не так, но как кажется, сопоставимо со временем человеческой жизни, предполагается вот здесь. Вот, они, собственно говоря, могут, ну, фактически привести к гибели заказника, то есть к утрате природной ценности, ну, тех объектов, которые там находятся. Ну, тех, кто не знает, что такое природная ценность. Нам казалось, и вот 3,5 года назад, когда мы проводили общественные обсуждения, поддерживали, перед этим проводили такие же консультации, что режим национального парка – это, в общем-то, лучший выход для данной территории. Предполагался национальный парк, может быть, был изначальный границ национального парка, который для этого предполагался. Нет, не эти. Да-да-да. Да. Нет, а другие там еще были. Нет, те, которые. Ну, нет. Ну ладно. Несколько более широких границ. Здесь не самый широкий. Вот. Ну, не суть важно. Вот. Значит, вот примерно таких границах был одобрен национальный парк на общественном слушании в Кошах согласован в Украине. То есть это, соответственно, Украина. Две территории. Что предполагалось? Ну, во-первых, национальный парк, конечно, решал проблему. Он включал почти весь водосбор. Ту часть водосбора, которую он не включал, предполагалось ввести в охранную зону для защиты подземных
штатный этап около 120-140 человек. То есть первоначальное правильное решение было проводить такой штат. Вот. К сожалению, как Олег уже сказал, это была и позиция области, и достаточно последовательное противостояние Роснета. То есть те, кто отвечает за недропользование, то есть территория выброшена территория сети Абрамова, и был существенно сокращен, катастрофически сокращен Кибинский участок. В настоящий момент тот вариант национального парка, который проходит обсуждение, то есть который проходит согласование правительства, которого мы с надеждой ждем, там с надеждой для опасения очень большим, это вот эти границы, то есть видите, они существенно меньше. То есть если брать только по Кибинской территории, если почему в полтора раза, значит. Вот. Но при этом выгнали тоже точно так же не всюду охраняется водосбор, то есть есть заходы на водосбор, для этих опыт работы. Потеряли места концентрации элитов, ряд туристических маршрутов. При этом сопротивление было не только связано с явными экономическими интересами, но и просто убежденные последовательные сопротивления, чтобы охраняемые природные территории не нужны. До настоящего времени это сопротивление продолжается, используется в том числе не вполне, как назовем, это не вполне достоверная информация, а значительно подземного. Но мы сейчас говорим не о Кибинах, я здесь хочу просто показать, насколько территория в процессе голосования может быть сокращена. Насколько жаль, что, собственно говоря, мы не понимаем по опыту парка в результате того, что было выражено такое сопротивление, мы утратили очень много. Более того, в силу достаточно сложной экономической ситуации в стране, сейчас Минфином инициировано, то есть Минфин, федеральный Минфин, не согласовывает особо охраняемую природную территорию, не согласовывает увеличение штатов для обеспечения на них, а две особо охраняемые природные территории национальной партии и национальной партии Лесских колоний просто заблокированы, то есть они оставляют бумаги без согласования. При этом продолжается со стороны наших крупных горнодобывающих компаний, конкретно комбинат Апатия, и при поддержке Роснефти продолжаются попытки исключить центральную часть национального парка, ну, в общем, с вполне понятной логикой, сделать национальный парк бессмысленным, его создание действительно бессмысленно в этой ситуации, то есть теряются все водоразделы, он становится полностью зависимым, вот, полностью, на 80% пресекаются туристические парки Кибинов. В этой ситуации, ну, Олег скажет, со своей организацией, но после Центра охраны дикой природы, выступит против создания национального парка, то есть это будут ограничения на оставшиеся 20% посетителей, еще за что выкладывать, а охранять при этом на территории ничего не будет, изуродованные будут. Ну, сейчас не будет. Вот, то есть при этом совершенно бессмысленно. К сожалению, их попытка продолжается, и такая вероятность есть. Ну, собственно говоря, давайте вернемся. Чтобы не быть голословным, Олег сказал, о какой территории идет что соответственно, что были попытки подготовить проект сокращения Сидьяна. Эти попытки были, ну скажем, скорее инспирированы, то есть воодушевлены, я даже так сказал, Роснефтью, и после этого они показали те границы, которые считают
приемлемым для этой территории. Вот заказе видимый Роснет. Федеральный Роснет, он наш территориальный орган. Вот что они согласны оставить. Милостиво разрешают оставить, вот здесь есть трудопроявление апатита. Все остальное они считают вырезать, причем вырезать с большим запасом, потому что действительно эти земельные элементы находятся, собственно говоря, по всему массиву. Ну и, собственно, ну, я пробовал, я же могу какие-то комментарии здесь излишни, вы сами понимаете, что это такое для этих людей. Вот. При этом надо понимать, что попытка согласовать в целом по стране достаточно сильное выступление со стороны Роснета на сопротивление природной территории. Даже у наших ближайших соседей в Архангельске, Олег Мурко, достаточно московский. Ну и, собственно говоря, тоже не будет новостью. Наверное, многие знают, что у нас являющиеся правонарушения есть. То есть обязательно добыча полезных ископаемых, Рехтинский бук. Бывает полезно ископаемый по тем способам. В природе это не вредит, там нет никаких выходов на поверхность, а вот на территории Закарии. Причем это было сделано нарушение режима Закарии в 2007 году. И мы делим на этот участок. Но не хотелось бы экономические теории строить. Подача Роснета, без подачи Роснета. Сейчас они запрашивают новую территорию. При этом, вот говоря, что, собственно говоря, ситуация была, что в 2007 году такое решение было принято, что если сделать это публично, любая организация, так, они по сути функционируют при организации заказника, то есть ведут к тому, что реорганизуют заказчик. В случае организации заказчика, оставляясь на региональном уровне, все это придется принять. Аргумент про штаты не будет действовать в силу той позиции Минфина, о которой я сказал, и Российской Федерации. Кибина создается без дополнительных штатов и дополнительного материально-технического обеспечения, будут распределены средства, имеющихся в Минфинском заповедников. Соответственно, национальный федеральный парк, ну это опять же распределение средств, дополнительных штатов здесь не будет. В нынешней ситуации. То есть время мы упустим. Оставлять заказник в том виде, в котором есть, некоторое время можно пытаться, но что называется, мы получаем все эти проблемы, сохраняем все эти проблемы с режимом, которые есть, ну и в любой момент ждем, когда сами Роснет, либо по их народу, в Азовский порт, сделают ситуацию публичной. Попытка реорганизовать заказник, скажем, оставаясь, ну так, природный парк, то есть с охранной зоны, которая будет разрешена рабочим полезным ископаемым, пытаться можно, но, собственно говоря, во-первых, та же самая ситуация, что директор особоохраняемого природного территории регионального уже, в силу, в общем, не сказать, что очень много. Заказник, понимающий, очень много всего, это потери связаны с других заказников. Ну, тоже сказать, что потери. В основном у нас как раз этот заказник и пытаемся сохранять.
региональных особо охраняемых природных территорий, ну, региональных, то есть это два варианта заказа природных парков, не предотвратит, вот то, что я вам в самом начале сказал, попытку взять в аренду территории сети Ягода. Противостоять этому мы, конечно, будем пытаться, и мы и общественные организации, и Министерство природных ресурсов, и все остальные. Но да, сложно сказать. То есть, при любом, более того, с другим охраняемым территорией, на территории, когда тихо и сапо выдавались аренды на их территории. Поэтому ситуация вот такая, ситуация не оптимистичная отнюдь. И хотелось бы услышать ваше мнение, услышать вашу позицию, чему склоняться. Ну и понятно, что все-таки то, что я рассказал, это достаточно кратко. На любые ваши вопросы мы готовы отвечать, но хотелось бы услышать именно. Так, вот туда я не могу уйти, но вот примерно вот. Вот здесь вот. Ага, вот положишь. Ну, собственно говоря, он определяет, то есть вода течет здесь в сторону озера. И если она загрязняется, загрязняется озеро со всеми последствиями. Все поверхностные воды с этой территории стекают. То есть рыба будет, там вообще ничего не будет. Для нас, для общественных организаций, которые очень важно понимать, что когда мы работаем, что мы можем говорить, выступать, в наших союзниках есть место сообщества. Потому что территория Сибузера, насколько я понимаю, насколько я понимаю, точно я знаю, что все-таки для сами, для народа, это культовое место, это очень важное место. И несколько раз, как раз, собственно говоря, в связи с тем, что сейчас, скажем так, и у президента, и у министерства вопрос сбора работы с коренными, это один из вопросов, которым уделяется. Ну, может быть, не настолько широкое внимание, как хотелось бы, но все-таки к этому прислушивается. Если, допустим, у нас с жителями, если мы можем с гражданскими организациями сам с ними договориться, если мы будем выйти через тот же самый райком, с которым, по крайней мере, у меня сейчас лично неплохой языков имеется контакт, и мы можем с ними работать. У нас был период такой острый конфликт по поводу Путина, но последние годы у нас, ну, все-таки мы стали друг друга слушать, стали друг друга понимать. То есть это можно. Нам нужно, как общая организация, на что-то опереться на чью-то поддержку, допустим. Если министерство, оно все равно, оно, как сказать, оно будет манипулировано, потому что Министерство экологии, природных ресурсов, действительно занимается экологией, природными ресурсами, влияние тем самым предприятия, оно не значит легко. Лоббистская там сила, она очень сильно скажется даже в самом министерстве, потому что там, если занимается один человек в министерстве по вопросам охраны природы, то, по-моему, не доходит, по-моему, там целые отделы занимаются. То есть, если мы с вами сейчас, допустим,
решение, вы скажете, поддержите нас, что это решение важно, что нужно с этим продолжать работу. А мы можем уже когда ехали, вот сам Данилов подтверждали, что можно сделать. Потому что не, у нас не присутствует, да, вот это, представители самских организаций. Есть. Да, вот может быть вам подтверждать, что как там носители совместно под эгидой самих организаций провести более широкое мероприятие, где мы можем пригласить тех же самых представителей Минприроды, нашей региональной Минприроды, и уже выйти, может быть, даже в дальнейшем. То есть пути они есть. Мы просто, как Виктор сказал, что мы находимся в самом таком начале, пока что мы ищем их, как лучше действовать бывает, и понимать, опять же понимать, потому что для меня была большая ошибка, когда мы там работали. Губернатор Пензенского округа нас пригласил, сказал, ребят, нужно помочь создать национальную военную. Мы так, ну, предохранники, у нас национальный парк, это очень хорошая инициатива, потому что губернатор сам просит. В общем, мы о местности сказали, мы пока не знаем, и поэтому вся наша работа оказалась, что называется, пока тоже в сторону, и мы не стараемся, по крайней мере, проломить местные жители, как-то обойти их, вот. И тут то же самое, вам, прежде всего, ваша поддержка, и как мы можем тут дальше работать через самские организации или через... Чему муниципалитет не очень верит, но, по крайней мере, остальные пути вам возможны. Скажите, пожалуйста, В идеале я поясню, почему вот Виктор вам сказал, что сейчас вот примеры мои из Архангельской области, когда есть там ряд заказников, которые находятся в зоне интереса предприятий, добывающих, собственно говоря, там основном предприятии Архангельской Галтопыча, вот, которая была когда-то подразделением Лукойла. Сейчас они там немножко меняются в собственности. И они когда сказали, вот там развивать месторождение, пришли вот правительство Архангельской области, разговаривают, приходят организации, там, чтобы это разрабатывать, нам нужно дорогу построить через особо охраняемую территорию. Ну, немножко, что называется, поспорив там, какие-то решения, все-таки мы понимаем, что надо региону развиваться, мы построили дорогу. А дальнейшее, как уже идет по налогу, что уже дали палец, дальше уже кусают полог. Потому что сейчас проводится буквально там работали большие научные организации, они обосновывали там территорию этих заказников. Они там выделяли какие-то модельные участки, которые имеют там древостоя какого-то, очень такие, скажем, необычные для севера, очень такие, по своей продуктивности очень высокие. И, собственно говоря, потом эти организации, вот этот Архангельский Геологович, нанимает другие, которые буквально за месяц готовят обоснование, что эти участки потеряются, как виноградный центр. И буквально проводят очень быстро всю экспертизу, и это в течение месяца решается. То есть как бы, вот такая тенденция есть. Уже сложно как-то предотвратить, потому что регионы, ну, министерство, во всяком случае, Архангельское, оно вот никак не повлияло на этот самый процесс. А у нас, слава богу, пока вот, наверное, таких прецедентов нет, да, что ну, не совсем. Ну, во всяком мне вот такие, чтобы они открыто были. Ну, это вот просто пример, почему именно национальный парк, национальный парк это федеральная структура. Это федеральная, она защищена федеральными законами. Там более строго регулировано. Я не совсем согласен с Виктором Николаевичем, потому что пессимизма по поводу того, что Министерство финансов всегда дает такие пожелания, типа того, что сэкономить, да, что без... То же самое, когда Росгвардию создавали, между процессом между утверждением национального парка, между созданием ДУЦ штата, прошел год. Но, по крайней мере, там, когда уже есть охраняемая территория, есть министерство,
федеральный министерство природных ресурсов, там уже есть кому двигать, и кому уже там пробивать еще вот эту федеральную. Сейчас мы перешли, вы уже сказали, решение. Смотрите, возможно, следующий момент. Возможно, пытаться оставить закрытие, оставить все как есть. Можно пытаться остаться на региональном уровне, реорганизовать заказы для более умных границ, более хорошего решения. Но здесь, конечно, мы очень зависимы от более зависимы, скажем, продавить и предприятиям, и Роснедрам, и наше министерство, наше правительство проще. Найти аргументы, что не нужно заказывать. Вот. Мы можем пытаться преобразовать его в федеральный парк, но федеральный парк, это национальный парк. Национальный парк, в принципе, защищает территорию лучше всего. Но продавить количество согласований, я специально начал Сибирь, показал, что какая была красивая картина в начале, какая сейчас, и сказал, что сейчас на том этапе, на котором очень слабо можно влиять. А крупные предприятия, и те же Роснедра, которые там частью России являются, продолжают влиять, не исключено, и даже после принятия решения создания. Ну, конечно, в такой ситуации мы сможем вступиться, ну, вот, общественные организации, ну, продолжают влиять. То есть нам кажется, еще раз подчеркну, что лучше всего защищает территорию национальных парков, юридически в том числе. Национальный парк чем федеральный. Федеральный. Юридические возможности сохранить? Ну вот Олег как раз об этом сказал, что если здесь существенную роль может сыграть вступление коренных народов. То есть сейчас действительно в силу сложившейся ситуации в последние годы, тем, что было изменено законодательство об особо охраняемых природных территориях, интересы коренных народов. Если выскажется за создание, за расширение, за расширение национального парка выскажется коренных народов, то шансы у этого прохождения подобного решения достаточно сильно повышаются. То есть они становятся заметными, и с ними вполне можно работать. Если выступит общественная организация, при такой умеренной нейтральной поддержке, без явной поддержки с вашей стороны, то тогда, в общем-то, эти шансы малы. Они тоже есть, но они малы. С вами эти шансы существенно выше. Ну, а это можно... Да нет, я просто абсолютно не согласен, потому что... То есть вот ситуация... Нет, без вашей поддержки даже пытаться не будет. Новоделы. Что это означает эти у нас? Сейды, которые стоят. Сейды. Вот, которые известны. То есть они вот, то есть получается, уменьшили вот этот внутри овал-то. Все сейды половину вылетают. Прежней культуры, которая здесь находится. И к чему-то сегодня, ну, мне, наверное, об этом говорить. Это так.
границу самую узкую, как раз расширить и оставить вот за этим лишним, который границы, самые нижние, да, вообще, конечно, нижние не было разрешения. И потом, когда это вот вы понимаете, что жарится лишь только по той причине, я думаю, что на стол ставят карту наиболее удобную. Как раз ямы стали появляться, как провалы. А я однажды и спросила, откуда все эти ямы? Их же не было никогда. Мы проезжали в город Бринстрогове, неразрушенные. А что случилось? А мне отпустили, когда мы тут как раз вот работаем под землей. И там настолько земля источается, что происходят внутри обвалы и образуются такие завалы большие, и как воронки выглядят. Это как раз нарушение тоже земных границ. А у людей, конечно, цель они как бы больше добыть и деньги превратить. Пойдет ли на пользу эти деньги? Людям. Вот. Другое дело, что как этим пользуются... Но подальше бы, по крайней мере, от этих мест было бы, то ладно, там действительно мы понимаем, что они работу осуществляют, нужны необходимыми. Но когда у нас такие подходы, вы понимаете, вы же знаете, вы же не так знаете, что это озеро сбоимое дно, а некоторые предполагают, а во что может превратиться наша территория, если займутся добытчики так, что как раз наткнутся на подземные воды? Что может произойти? Наверное, это будет очень-очень плохо. И это будет очень большой риск. Это опасный риск. Вот об этом мы все не понимаем. Мало того, что вы объясняли, так еще туда глубинную скважину стоит помнить. 98 год. Было предложение, вообще работа над национальным парком уже более 20 лет, на моей памяти, по крайней мере, я вообще чуть не успел. То я тогда придумала под этой идеей. 20 лет прямо работаю с этим. И в 98 году было предложено включить в себя детскую часть, молодежную часть. Я помню это, мне, к сожалению, в то время не было в стране. Я приехала на Самский Игорь и об этом узнала. И при этом узнала, что как раз население Новодевского района против того, чтобы детскую часть включили. У меня был легкий шок, но поскольку время было ограничено, я была в гости. Ну, если вы помните, тогда в Швеции работала там в парламенте. И аргумент был такой, как-то охватить Кировский район, муниципальное образование, хотят охватить нашу территорию. В результате вся работа экологов ушла, как говорится, и ребята отступились,
работали дальше, потому что самое главное было спасти хотя бы Кубинский город. Я тогда не была с вами знакома, Константин. Да, я потом увидела, не знала еще. Поэтому в 98 году Кудрияна активны были, не надо, не дадим, вот что хватало, наше. Что мы имеем теперь? Мы начали немножечко расти, созревать, к сожалению, не очень, поскольку населения мало, интернета ни у кого нет, мороза, наверное, простите за стиль речи, эмоционально. В свое время, года три назад, меня тут приглашали в работу на Топману, чтобы узнать там результаты общественных слушаний, тех, которые попали на этом районе, в Печенском районе, странно было. Оказывается, это был предлог. А настоящая тема разговора была про следовательские задачи. Причем из Министерства природных ресурсов нашего городской области мне открыто практически предлагали, чтобы я убедила самское население, не надо это национальный парк создавать, оставить надо у нас в регионе. У меня вот такие глаза. Я могу объяснить, что вы как раз видите государственный чиновник, государственный человек, и такие вещи говорите. Национальный парк это что? Это федеральный уровень. Москва забьет. А тут Москва заберет у нас региональную часть. Поэтому вот та история оттуда мне и нынешние вот годы, которые назад это было, убедила меня в том, что да, у нас есть как Виктор говорит, и на уровне Министерства природных ресурсов лоббируют для того, чтобы оставить на региональном уровне. А это, как вы видите, минус в том, что разрешена не только геологическая разведка, но и добыча. Ну и вот что мы теряем. Мы уже сегодня теряем много. Там действительно много построек и режим, который сам себе противоречит. И мы видим, что попытки его восстановить нельзя на Святое озеро. И в то же время нет активности у нас. Я, к сожалению, не в Лавозере живу, но я здесь не знаю. Мне много что не безразлично, не только по Лавозерскому району, где я родился. И я думаю, что первое, ребятам обращаюсь, что здесь, спасибо Екатерине Николаевне, вы подняли вопрос. Тут есть это обозначение по карте, где есть священные места, есть этническая составляющая, так скажем, наше культурное наследие. И при всех последующих, я вам просто прошу, чтобы, я не знаю, как вы это все. Вот мое, не знаю, как вы это все. У меня предложение такое, чтобы когда вы позиционируете связи, я уверена, что в Кибинах тоже есть такие моменты, потому что Саша, все тех родов, все тех регионов, ведь далеко, это сейчас практически каждый второй в России, это же знать не знаешь, что в Кибинах олени у вас есть. Поэтому этническая составляющая должна быть при всех ваших презентациях. И начинать, не стесняясь сразу, что природоохранное и культурное наследие. То есть это не только природное наследие, но это культурное. И они должны идти в одной связи. Вот это первое. Я считаю, что оно вот таким и должно быть. Второе. Не так давно тоже при вот этой работе было юный человек. И вообще, я тоже стараюсь избегать конфликтов. Было даже предложение, что давайте выходить уже радикально, с плакатами, там все. Я тоже убеждала, мне не надо, надо работать. Да, я на каждом заседании рабочей группы бывает, что этот вопрос поднимают представители Министерства Российской Федерации. Ну что, Таня, это не наш департамент. И почему ты наши внутренние вопросы поднимаешь на международном уровне? Да, я на министерской встрече была на прошлой неделе, вновь сказала об этом. Именно о национальном парке Кибини, что оставили только, я даже не говорила о том, что урезали полтора раза в месяц участие. Сказала, что просто создается изначально было два участка, а Березинозерскую часть исключают. Мне удалось переговорить с представителем Российской Федерации, главой делегации, к сожалению, даже на уровне министра не было там никого. Советник министра, так скажем, в автобусе, когда ехали, он сказал, предлагайте
поговорить с Министерством природных ресурсов и нашим общественным организациям, собраться и, естественно, что до этого месяц следом за письмом провести рабочую встречу. Я готова с вами идти, и кто сможет еще, давайте как-то вместе это продвигать. Это рабочий групп, я не знаю, смогли как-то это вот тут обсуждать и встретиться, и говорить, потому что ну, нельзя это так оставлять. Это одна сторона. Другая сторона, что мы нашего культурного наследия это не знаем. Мы говорим, а где оно? Вот сейчас, спасибо региональному министерству природных ресурсов, оно начало делать что-то, потому что, ну как, если мы говорим, что это наше региональное, значит, надо что-то делать. Ну там и экологическая тропа, вот. А что этническая составляющая, и культурное наследие, оно там есть в этой тропе? Нет. Вот. Поэтому вот здесь тоже нас самых, как говорится, раз, два, трёхся. Брызги одни остались, что тоже вот им выбрали. Поэтому, да, честно признаюсь, я не знаю, как. Ну, не остановить. Так у нас есть законы, у нас никакое законодательство. У нас будет экология. Ну, как один человек там сказал, да сейчас ждем, когда это будет экология, закончится. Я вот хочу сказать, а потом уже на всех базарах вот дальше начнем работать. Но у нас, помните, ГОН был год коренных народов. Потом было принято решение изделить коренных народов. Сейчас тоже экология заканчивается, надо перманентно делить на экологию. Причем там она ошибается, что у нас вот только на территории есть особо охраняемые природные территории. По процентам у нас страна того какая, если сравнить, то с Норвегией, да, то и страна, как воду не хватает, то не столько-то там особо охраняемых природных территорий. Надо посмотреть, у нас больше. Ну, ни в какой стране, ну, я не знаю, это, конечно, пример, это просто говорит о уровне, наверное, человека. И еще момент, это, конечно, уже больше работы с населением и я не знаю, кто сейчас здесь с Сидозером руководится. Я представляю министра, во-первых, ходить не буду, надеюсь, меня слышно и видно.
У нас в ходе последних предприятий, которые занимаются обучением, я не защищаю. Да оно не закроется. Это будет стороны тысячи раз. Это, знаете, то, что оно не закроется, это то же самое, что я скажу, что оно закроется. Это вот такая предприятие, а что это по другим причинам? Если УКОП закроется, то совершенно по другим причинам не связано с этим. Я согласен. Я просто вот акцентирую внимание на том, что участок начал открываться, да, и УКОП там есть месторождение, еще которое он планирует, наверное, я не знаю. Планирует они Новодетский УКОП, а планирует собственник этого предприятия. Да? Есть цепочка, в которую встроен рудник. Рудник добывает металл и отправляет его в Соликамск. Соликамск его перерабатывает и дальше продают в Испании. Это единственное, где они нет. Если продают за границей и Германия два пункта считает. Единое добывают совсем другие вещи. Это совсем никак не связано с металлом. А можно делать так, чтобы обвал был? Я согласен, что можно. Я же не представляю предприятие. Я его не защищаю. Я хочу, чтобы это побуждали. И второй тезис мой, который я хочу вот тоже озвучить. Это все-таки, что территория, я лично вот за. Да? Я вот как хоть и житель, хоть и представитель администрации. Мне очень крепко греет душу, что у нас есть такая территория, которая только здесь. Я вижу, что он замечательный сеть. Такая красота, понимаете? Туристический поток. Люди приезжают, наслаждаются на территории. Хочу безумно, чтобы это все сохранено было. Но я также не знаю, понимаете? С одной стороны, предприятие, которое дает людям работу, платит налоги, в том числе и налог на землю. Это единственный налог, который остался в муниципалитете, который мы можем хоть как-то еще в полном объеме более-менее, знаете, на свои нужды распределять, и ремонтировать дороги, и заниматься какими-то местными своими проблемами. А с другой стороны, они хотят сохранить людей. Вот между двух проблем. Я просто там... Это тезис, это не утверждение. Я согласен, я просто хочу вот на ваши тезисы некие комментарии дать, конечно. Потому что никогда ни наша организация, ни тем более, не стали какие-то вопросы о том, чтобы ограничения. Да, понимаете, вот мы, моя с нашей точки зрения, вот угрозы какие, почему предприятия не хотят увидеть национальный парк? Потому что национальный парк это территория, на которой есть постоянный контроль, ведется постоянный мониторинг. И поэтому предприятия, которые находятся в зоне действия, в зоне влияния на экосистему того же самого парка, приходится больше уделять внимание вопросам, быть больше аккуратным. Потому что если вот Андрей, ну, вы мне рассказывали, что какие-то были выбросы, да, какой-то там в 2003 году. Что тогда, если осталось недорасследованным, да, что-то там, то просто при наличии национального парка такого невозможно. И наша национальная организация всегда ставится на какие-то компромиссы. Просто большой пример, потому что в Хибинске была замечательная работа северо-западной экспортной компании, которая хотела четко построить дорогу через Кубатерский перевал, другие варианты не рассматривала. Аргумент у них один такой. Нам так дешевле. То есть не вопрос в том, что есть другие дороги, есть в объезд, вот у него есть вот, дешевле. И все. И вот этот вопрос экономическое, они других вопросов никогда не рассматривают. Ни социальные, ни экологические, у них это не приоритета. И с этим мы пытаемся как-то работать и как-то переубедить предприятие. И здесь вариант такой же, потому что обсуждали мы раз, мы собирались, в том числе на заседаниях рабочих групп, был представитель, как кто там был. Представитель, по-моему, и самого Лавазерского ВОКа, и был даже представитель, который еще выше Лавазерского ВОКа, они тоже приходили. И мы нашли аргументы, вроде бы они совсем согласились, потому что так границы мы сформировали, что есть перспектива для работы, это было. Но мы понимаем, что все равно национальный парк по-любому неудобство для другого большого промышленного предприятия. Это больше внимания, больше работы, больше головной боли. А для муниципалитета, по-моему, это только большой плюс. Я, можно дополнить? Я просто еще скажу, надо тщательно и бессонно говорить про манифор, особенно когда, кроме тех случаев, когда они не могут за нечестный прием. Вот в Хибинском классе были нечестные приемы, продолжаются. Вот по поводу Лазерского ВОКа хотел сказать совершенно честно. Они всегда любят себя честно, когда обсуждаются. Оборотка Лавазерского ВОКа вместе с заводом порядка
6 миллиардов по году. Чтобы просто сравнить, что может молодежский ГОК, он может купить новые отбойные молотки шахтера. Это если так. Чтобы было понятно, кто такой ЗДПК, это мировой лидер, да? И кто такой молодежский ГОК. Это вот это 8%, не только 8% мировой добычи. Хотя мог бы быть, мог бы быть. В свое время Китаю понадобилось 20 лет, для того, 20 лет, ровно 20 лет, 20 лет, чтобы стать лидером. 90% всего, что добывают на этой земле, там, добывают, перерабатывают даже в нашего Владимирского ГОКа, они часть того металла, который мы не можем в силу вот нашей генерации, мы не можем его покрыть. Еще буквально мы, наверное, месяц назад, кто знаком, есть такая больница Моногорода. Таких моногородов в нашей стране 320, ну 319, если вы входит в это число. Значит, наше правительство, Российская Федерация, она учредила такой фонд, фонд развития моногородов. Потому что они посчитали, да, вот это нам сказали, что, в общем-то, мы понимаем, что если 320 городов, и примерно ситуация такая, как в Риге, но если где-то тогда получше набережные, чем мы знаем, да, более современный город, более большой. Но если 320 городов находятся вот в такой черте, что если закрывается городок Шереметья, поселок можно закрывать. Они решили, что надо этим городам помогать развиваться. Как? Каким-то образом. Нас собирали в Москве, в том числе там присутствовали представители образующих предприятий, представители и Министерства природы, как и что все. У нас на, в области 7 моногородов таких, в том числе Кирс, Мальчугорск, Оленегорск, Верда, Ковдор, Заполярный, Никит. Абсолютно все города связаны с ну, как и вся наша область, история такая, что фонд развития моногородов помогает развивать. И практически каждый моногород, каждый из 320, вот если быть честным, 300 городов, вот 300 городов развиваются. Вот что мы будем сказать? Туризм. Только туризм. Все. Мы предлагаем, вот я защищал презентацию в этом фонде, там были и люди из областного государственного думы, да, очень много было, вот такая состоятельная была комиссия, которая принимала этот доклад. И они, понимаете, у них уже отскомина. Когда произносит слово туризм, у них вот, знаете, вращение легкое, не у всех, у них. Конечно, они говорят, я сказал, не замечательный консультант в Сирии, да, что надо развивать, вот это привлекать туристов. Вот что-то надо сделать, чтобы когда не зависеть от предприятия. Вот мой третий ключевой тезис, который я хотел сказать, что у поселка сейчас у нас такая стратегия не зависеть от градообразующих предприятий. Я не знаю, как будет развиваться город, да? Это его дело, это дело собственное. Но мое дело, как муниципалитет, не зависит от него. Потому что если вдруг чего, то поселка не будет. Вот это мой тезис. И есть такая сейчас, вот если кто-то сможет мне задать что-то по монограмму, я готов, ради бога. А основные поддержки, которые выделяются на фондом, это два направления, это субсидирование городов. Вот если бы у меня на тот момент, когда я приехал в Москву, был бы проект, вот хоть кто-то я готов взять субсидирование, но это должен быть рабочий проект, это должен быть готова команда, которая захочет это реализовать. Вот. Я просто хочу сказать, что как раз вот как раз здесь. Как раз та ситуация, когда здесь они могут дополнить друг друга. Вариант, который был найден, заказчик его не позволяет, национальный природный парк, профессиональное назначение позволяет. Вот. То есть, опять же, я еще раз подчеркну, я подчеркиваю, когда реально эти разработки ущерба подземного вида, они не наносят ущерб всей городу, если они останутся под землю. Правда, здесь были и открытых разработок проекта, и полностью это деньги похоронены. Вот. Но за ними стоит Кило-Возерский. Вот. Но, возвращаясь к этому, соответственно, вывод этой территории из национального парка и включение его в охранную зону. В охранной зоне разрешены разработки, ну, по закону нужно. Вот. При этом там будут смотреть, соответственно, что они ведутся подземным образом. И проблем нет. Более того, у
учитывая там всякую геополитическую ситуацию, как особенно с этим играть, мы бы обозначили, что раз мы это учитываем, мы бы обозначили, что мы не скрываем, не прячем, а что мы с рождения считаем, опять же, каким-то перспективным. У нас давайте мы не будем геополитику обсуждать, но тем не менее, и с этой точки зрения создание национального парка, если бы это было сделано своевременно, могло сыграть положительную роль. Вот. Вот что я хотел сказать, к сожалению, понимаете, претензии, которые я предъявляю, претензии не могут ни работникам, ни руководству Бога, и даже не к их хозяинам. К сожалению, есть, что называется, работники, промышленники, которые может договариваться, потому что они понимают выгоду, они опять же понимают, что имидж это тоже часть той самой выгоды. Можно потерять лучшие тоже. Вот. А есть чиновники. И чиновники эту ситуацию используют. То есть, понимаете, мне даже не хочется идеологов называть, это идеологов ниже. Ну вот так. Для того, чтобы вот обрезать, вот так. Это самый простой для этой ситуации. Меньше ограничений. Они становятся распорядителями. Им не надо ничего учитывать. То есть проблема именно в этом. К сожалению, Роснета заняли такую позицию. Потому что за это время, пока речь шла о национальном парке Елены, ну вот представьте себе, то есть вот, договариваются с комбинатом, договариваются, находим, вроде все, они подписали, все согласовали, их интересы учили. И вдруг, словно говоря, а нам нужно месторождение песочного рудопроявления, не месторождение, то есть понятно, то есть оно даже не перспективно еще экономически, а песочного камня. Вылечите его, пожалуйста, когда начинаешь, ну, зачем оно вам понадобилось, вы его что отсюда будете возить? Вы комбинат будете облицовывать, который рядом. Ну, то есть, ну, идея-то в чем? Ну, нам говорят, постоянно рекомендовали выдвинуть эту премию. Ну да. Последнее вообще просто не ту координату указали. Ой, месторождение подземных вод. Не ту координату указывает. Ну, это вот уже смешно. То есть, понимаете, это просто противодействие, ну, на уровне охраняемой природной территории быть не должно. Есть, к сожалению, у нас. Особенно набивает, но сложно логистическим
вкладывать хочется, потому что как только нас не называют, как только нам нас не показывают, и свои органы даже сохраняют полностью самское сообщество, представляют угольное такое, которое, в общем-то, заменяет нас. То есть со временем нас заменят. В принципе, ничего согласия не имели рушить, да, что говорить, если на сегодня не выразить никакое мнение, тогда, в общем-то, дальше. Я согласна с мнением пассивную, как бы не пассивную, а настроением Виктора, хотя обрадовались, что Виолет говорит, что можно добиться, можно сделать и так далее. То есть давайте пробовать, потому что на самом деле нам нужно ставить именно то, что это наша территория. И она из Покровского была, и мы всегда там будем. Вот. Но только как бы цена таких, где-то размаха, да, то в одну сторону, то в другую. Либо пока мы сами между собой не договоримся, а мы как-то будем нас не использовать, нас не делать, и наши культуры будут использовать, причем без нас. Поэтому тут в этом плане, конечно, нам с вами договорить. Потому что у меня вот вопрос, что если вдруг мы говорим, значит, что мы за национальный парк, и мы встаем в группу и собираем подписи, например, там проводим какие-то мероприятия, акции, митинги, там еще что-то. Вдруг там будет еще одна организация, которая говорит, а мы не хотим, мы тоже сами. У нас уже есть такой тоже пример. Вот, и поэтому, как в таких случаях быть, кого слушать и с кем уже говорить, потому что все равно мы должны, пока мы не пойдет, вот, с курицы нашей, муссируется, что нет, он полный финансовый собор, то есть сам сказал, его нет в природе. Он и есть, был, и его никто не уничтожал и так далее. Поэтому на сегодняшний день я лично выступаю именно от имени проекта. У нас готовится в 2018 году съезд. Вот. Был он в 2014 году. Мы тоже говорили, что мы можем поднять эту тему, предохранную, да, на съезде. Но он так готовился, скоропостижно, что, в общем-то, все темы у нас просто были зафиксированы, и там выступали в основном чиновники, и что мы приняли, мы не поняли в самом деле. Вот. И поэтому сегодня, может быть, есть как раз вариант того, чтобы... Я почему говорю, что мы не поняли, потому что нами манипулируют тоже. Нас все время дергают и используют. То одного, то другого, да? Когда в чертеры просто победу выкидывают и говорят, вот давайте вот так вот, мы создадим вот это, мы сейчас с ними поработаем, они нам на пакостят, да, они потом уйдут в сторону, как говорится. А идея там, идея уже все, она ушла, и ее нет. Пока мы сами не осознаем, что мы на своей территории, мы не имеем права распоряжаться этим. Но тогда нам надо быть вместе, а иначе мы вот такие будем сидеть, смотреть, как за Ивана Якова и с Якова на всякого. И так у нас получится. То, что если ВПК говорит одно, заказчик говорит другое, коренное население третье, да, и в итоге мы никак не можем договориться, администрация четвертая и так далее. А что более надежное? Вот вы знаете, что это? Если что более большое совещание, действительно хорошее, что я вам хотел предложить, вот то, что я на нем предлагал еще до мероприятия, это все-таки нам собраться действительно большой. И от нашего собрания вот, сегодняшнего мы можем просто подготовить, мы можем, допустим, какое-то предложение, какую-то резолюцию и направить те же самые, заслать по самским организациям. То, вы знаете лучше, какие самские организации, у кого какие полномочия, у кого какие авторитеты, и действительно просто сесть вместе и обсудить позиции. Если люди против, то понять, почему они против. Потому что зачастую, вот в моей практике показывают, что люди против не потому, что они плохие, или потому что они там кем-то ангажированы, а просто иногда недостаток информации. А зачастую недостаток информации, когда начинаешь обсуждать, то многие вопросы просто снимаются. Вот. И без этого это все равно, это действительно
какая-то есть какая-то площадка, если вы здесь зайдете, в этом здании, мы, допустим, через какое-то время соберемся за круглым столом и поговорим по этому, и заранее подготовиться, допустим, там какой-то список горячих вопросов. Если противники, сторонники подготовят свои аргументы. Можно пригласить специалиста, можно, в конце концов, можно из Бакина пригласить, даже людей, которые там живут, это небольшая проблема, чтобы они приехали. Это все можно сделать. Это конечно, к Новому году мы ничего не успеем. Нужно отправить это время. Я думаю, что где-то даже без сна, если мы даже не успеем. А если к этому времени что-то другое предъявят, и уже начнут там что-то делать? Давай так. Ну, сто лет терпят. Я не думаю, что сейчас будет таких. Там говорят, что построят. Нет. Давайте по поводу того, что там строят, я скажу еще раз. Я расскажу информацию, которую на некоторое время вбиваю на себя специальную маску. Все, что там строят, это, соответственно, создают экологическую траву и инфраструктуру, как экологический коммерт. Зимой там ничего не строят. Там размещают, по моему мнению, по мнению уже часть работников министерства. Идея, может быть, была хорошая, но реализация не очень удачная. Вот. Но при этом ничего капитального там не строят. То есть там не будет никаких капитальных сооружений, там строится только трава, размещается стенды, размещается экспозиция. Про экспозицию директора. Во всяком случае, есть позиция и министерской дирекции, в любом случае, консультироваться с вами, поскольку их экспозиция, ну, учитывая еще экологического аспекта. Вот эта экспозиция временная, то есть... Говорят, там домики даже есть. Надо домики, есть только кордон заказника и мухи, это... Не на мухи, не на мухи, как раз тут... На Северной Сибири нет, только кроме картона заказа. Нет, не старые. Почему Сибирь? Там только картон заказа, больше там ничего не знаю. Почему Сибирь? Два складских помещения, несколько туалетов, ну, то есть, две беседки, и смотровая площадка для того, чтобы издалека можно было посмотреть на. Витя, пока вот я не снял официальную маску, а вот этот проект он обсуждался как-то? Опять же, вот похватились об этом заранее числом. Давайте так. Я сейчас подберу слова, так что не выйти за пределы того, что я могу сказать. Давайте это уловка. Значит, в настоящий момент министерство промышленности кого-то Мурманской области. Готовлен проект. В том числе этот проект направлен на то, чтобы снять вот эти проблемы с согласованием, которые вы сказали. По положению как раз, туда имеет доступ, это является фундаментом для тех самых противоречий режима, то, что прочитает, в том числе из заказчика, что на что будет делать упор, или кто раньше на что делал упор. Исходя из этого, и начинает строить сам. На настоящий момент Министерство инфраструктуры, что соответственно, надо пускать, раз это функционирует заказчиком. Но для того, чтобы ввести это в цивилизованное русло, сейчас подготовлен вот этот самый институт, то есть определенные маршруты. Определены как определяют, определено, как определяются новые маршруты. Не определяют и соответственно, указывается, ну, как определяется доступ. Вот это предполагается вынести на общественное обсуждение. Предполагалось вынести на общественное обсуждение. К сожалению, в результате того, что министерство сменился министр, нет изменения распределения государственных полномочий, он отложен. Он не отложен совсем, но отложен. Я считаю, что после Нового года он будет вынесен.
Принято решение о внесении министерства, и пока еще тогда это будет обсуждение, обсуждение официальной районной общественной с официальными выводами, с протоколом, с принятием решений, одобрить, не одобрить, то есть это будет именно так. Ну, полагаю, что это будет еще одна площадка для встречи и обсуждения. И кстати сказать, упорядочить предложение в том, что упорядочить доступ, то есть явные правила доступа, вполне можно рисовать самого сообщества, в адрес министерства. Но это короткая просьба, не такая, как это дополнительный аргумент будет, чтобы быстрее вынести, потому что нельзя так получить. То есть это пожелание от общественных организаций представителям населения. Подскажите, что тут заводит на территории вот этой сверху большая? Это Лавозеро. Да, просто сверху наложена там аренда еще. Я убираю, вы понимаете, там Лавозеро. Я пытаюсь границы разобраться. Там у вас сбоку еще какая-то граница была. Попадала из-за севера на юг, была
для Сергея Ивановича. В настоящий момент, после того, как регион сказал, нет, мы оставляем себе Сибирь, мы не отдаем эту территорию, мы хотим, чтобы территория Владимирской горки входила на федеральный уровень, на сегодняшний день документы, которые поданы в Министерство природных ресурсов экологии Российской Федерации, Министерство природных ресурсов, которые сейчас согласуются, это вот только вот этот вот классик. Как вы видите, у вас здесь власть, из того, что есть, осталось, соответственно, остался заказник, ну и я с вами не подпишу. Вот. Планов, насколько я правильно, я сейчас просто презюмирую то, что сказали коллеги, в планах есть разработка полезных ископаемых, которая, в принципе, может привести к сокращению территории заказника. Ну да, то есть это вот как бы идеал того, то есть это самая плохая ситуация, когда... Нет, это не самая плохая ситуация. Ну, как бы вместо заказника, который сейчас есть, может быть вот так вот ситуация поменяется. То есть это я понимаю так, что вот ретроспективная картиночка, как это все происходит. Поэтому показать на одной картинке, почему нет границы в плане в Сидозе, это потому что их нет. Национального парка, правда, сейчас национальный парк на Сидозерских горах, он на сегодняшний день просто отсутствует. Если мы начнем работать, это новый проект. Абсолютно. Опять же, правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день, чего хотят мои коллеги, и я вообще на самом деле на этом не присоединюсь, чтобы вообще стало понятно, могут ли, простите, как я говорю, во-первых, могут ли у нас вообще нужны ли какие-то охраняемые природные территории в Владимирских горах? Для чего они нужны? То есть понятно, что для природоохранения, сохранения природного наследия, культурного наследия, но это слова как бы людей пути со стороны. Вам это все нужно? Если это такие формальные вещи, на сегодняшний день, кроме особо охраняемых природных территорий, нет иного способа для того, чтобы останавливать наиболее светопреобразующие проекты строительства, любое строительство, рубку леса и разработку и развитие полезных ископаемых. То есть вот это как бы, то есть, как бы это то, что у нас вот по закону других механизмов нет. Они не совершенно абсолютно, и самое главное, не факт, что они не. Что они выполнят на 100% эту задачу, но это единственный такой законный путь. Да? Вот. Во-первых, естественно, нужно понимать, нужны ли вам какие-то средства по охранению природной территории. Если нужны, то вопрос следующий. В каком это виде вы себе представляете? То ли это будет какая-то территория, та, которая сейчас есть, то ли это территория, которую вы считаете, что ну, требуется какое-то более значимая защита для этой территории. Сразу будем говорить о региональной власти, зависимо от региональных, понятно, не надо, чтобы в регионе работала промышленность, они а более там, промышленные предприятия, нежели чем это будет, ну, как бы уровень регионального проще решать, уровень федерального более сложный. Вот. Ну и, соответственно, хотите вы считаете, что достаточно будет каких-то там на уровне региона решать всякие вопросы с сохранением этой территории? Давайте будем придумывать, как это сделать. Если вы считаете, что это нужно сделать на уровне федерального, недостаточно регионального, тогда давайте придумывать как. Но только, честное слово, уже очень сильно хочется, чтобы не вот здесь вот не Виктор Николаевич стоял и говорил что-то, рассказывал. А чтобы ну, вот люди сами сказали, знаете что, идите вы все отсюда, пейте, вот вы нам не нужны, нам вообще ничего не нужно. И в этом будет понятно, потому что это ваш город. Либо вы говорите, не, нам все не нравится вот эта ситуация, давайте будем как-то ее решать. Давайте мы между собой договоримся, и мы вот эту свою позицию скажем вот этим ребятам, которые тут тоже что-то хотят. А эти ребята, в общем-то, будут честны с легким сердцем говорить, что, знаете, у нас есть не только поддержка там, ученых, природоохранников, там еще каких-то
иностранных людей, администрации, еще чего-то. А у нас есть поддержка коренного населения. Вот, то есть, вот такая вот, такой вот расклад. То есть я постаралась просто резюмировать, потому что мне кажется, что все уже так начали по второму кругу говорить. Вот. Thank you.